Приветствую вас, смотрители моего канала распаковки с Алиэкспресса. Надо как-нибудь его обозвать. Точнее, у меня сейчас все в этих плейлистах. Ну, сделаем, может быть, канал отдельно. Так, это у нас пришли, скорее всего, перчатки. Да, перчатки пришли, вот такой тоненько завернутый. Ну, для перчаток это не критично, я думаю. Так, что насчет перчаток? Вау, ребят, брал я их за, блин, чтобы не соврать, короче, от 200 до 400 рублей. От 200 до 400, самый большой размер взял, сейчас посмотрим, как они мне на лапу. Если будет малое, значит придется их, а, вот size XL. XL. Так, сейчас померим на лапу, если они будут маловаты, значит придется их продавать, ой, что очень печально. Ну, походу, они мне очень даже чуть-чуть они потянутся. Просто шикарные. Фак всем. Вот так я буду показывать красиво. Видите, фак. И он будет светиться. Обалдеть. Пробайкер. Вообще шикарный. Слушайте, на ошивке все четко. Так, чуть-чуть сюда. Да, чуть-чуть они потянутся. И мне как бы плотненько, хорошо. А то будет болтаться, как шлюха. Вот у меня рука большая. Размер где-то мой 54-56 всего, вроде как, человека. Вот рука, видите сами, да? Ну, сравнение вот, извините уж, с сигаретами сравню. Вот такая вот рука у меня. Вот как бы вам это показать. Вот, в общем, вот XL размер, в принципе, я считаю, нормально. Он чуть-чуть потянется со временем. Ну, там, пару выездок. Потому что если брать больше, он просто будет вот здесь вот все висеть. И я не думаю, будет хуже. Меньше контроля будет. Можно потрогать? Сейчас. В общем, ребят, шикарно. Я считаю, шикарно. Плюс у меня... Ну, защита скоро придет, по-моему, пробайкерская. И буду я вообще фантастика. Да, хорошо. Так, здесь вот достает нормально. До этого не сильно вздуто. То есть, вот видите, вот когда делаю так, вот вообще вот прокладочка. А если было больше бы, она тут вообще вот так вот торопещилась. Так что я считаю, вот этот размер XL для большой руки нормальный. Ну, все? Вообще шикарно, слушайте, круто. Вообще шикарно, просто мне настолько нравится вообще. Не знаю, насколько их хватит, но они, блин, они вообще суперские, вообще, блин. Пришито все хорошо, нитки нигде не торчат, швы ровные, все ровное. Вообще, йоу, йоу, респектум. Давайте, все, пока, все, подписывайтесь, кто будет дальше. Найдите мой канал, пока-пока.